Вся Россия вздрогнула, когда узнала о печальной новости о нашем любимом российском актере Леониде Каневском. Друзья, поддержите, пожалуйста, наш канал, ведь только мы предоставляем вам возможность узнавать первыми новости из жизни российских звезд. Нам сообщают о том, что в больницу попал российский актер театра и кино Леонид Каневский. Причина его госпитализации не уточняется. Действительно ли это так, дорогие зрители, либо это очередной фейк в интернете? Мы решили узнать все подробности этой госпитализации, и вот что мы узнали. Оказывается, что в последнее время сам актер Леонид Каневский каждые 3-4 месяца находится в больнице на обследование, так как у него в прошлом году была серьезная операция на позвоночник. Мы связались с самим актером. Он сказал, что не переживайте ничего страшного, через несколько дней я буду дома, тогда мы с вами поговорим. А то, что пишут в интернете, говорит Леонид Каневский, это все ерунда и неправда. Давайте поддержим нашего актера, пожелаем ему скорейшего выздоровления.